Всем привет! Добро пожаловать! В этом видео мы хотим посмотреть на сварочное оборудование TIG Speed, подача проволоки во время сварки TIG. Так это выглядит в сборе. Снизу у нас источник Tetrix 351 для примера, наш подающий TIG Speed и к нему подходящая горелка. TIG Speed есть в четырех разных вариантах. Первый вариант — это Continuous, где постоянная подача. Второй вариант – Oscillation, осцилляция, где наш подающий двигается до 16 раз в секунду. И эти два варианта есть еще – Cold Wire и Hot Wire. Холодная проволока и горячая проволока. Давайте посмотрим, где TIG Speed можно использовать. Например, в строительстве трубопроводов. Заварить корневой шов, проходные швы и лицевой шов. Также можно использовать в неудобных швов, сверху вниз или горизонтальные длинные швы, там, где я могу с моей свободной рукой мою горелку поддержать. Давайте посмотрим на наши горелки. Тут у нас есть два разных варианта. Первый вариант очень напоминает на сварку TIG. Тут дополнительная управляющая спираль для проволоки и hot wire с подогревом. А второй вариант горелки – это горелка ComfyTIG. Она похожа на горелку от Micmac и есть в двух вариантах, как с холодной и горячей проволоки. TIG Speed – это ручная, механизированная и автоматизированная сварка, с которой мы достигаем высокая мощность расплава, высокая скорость сварки, сварка высоколегированных материалов и специальных материалов, например, как алюминий, медь или титан, уменьшение зон термических влияний, деформации и объем доработки.